Ты найди мои крылья, а я верну твою бензопилу. Ах ты хитрюжная! Голова агрессивная, посмотрите. Вообще. Она прям идет за мной, она идет. Ужас. Я не могу. Что? Ах ты. Ну, привет. И смотрите, какие мы красивые. Три головы торчат. Ага. Головастики. И мимо нас проходят люди, потому что мы пришли на общий сервер. Как вы этого и хотели, собственно. Девочка собралась только что, а наши все части тела увели. Откуда ты знаешь? О, подождите. Ну потому что я видела кого-то. Я совсем забыла, что могут забрать наши части тела. Так уже давно забрали, Ульян, мы тут лежим уже черти сколько времени. У Ёшиной руку я видела, бегала тут. Ладно, я нашла твои ноги, Где? Обменяй твои... Они на мне. Ага. Сейчас я тебе их отдам, подожди. Так, надо отойти рука? В уголок куда-то, это мне страшно. Рука. Ходи пока, ходи, потом поменяемся, ничего страшного. Давайте тогда скооперируемся, так сказать, объединим наши силы и будем искать предметы каждого. Ага, это моя рука? Я вижу чью-то это... ногу, это не ваша. Не моя рука, ладно. Нога, наша нога. А ну-ка. О, я вижу что-то, это кажется Ёшина что-то. Нет, не иди туда, нет, человек. О, это моя нога. О, я нашла мою ногу. Ладно, я не отдам ногу Ланы. Так. О, Ёша, нашла твое тело. О, нормально. Это куда смотреть? А, вижу. Вот, приходи. Похоже, вижу. О, да-да-да, я иду, вот он я, привет. Так, а это привет. Нога... О, твоя нога. Да, возьми мою ногу, я потом обменяю с Ланой. А, все, понял, хорошо. А тут капец, две командная руки, но это работа. Мне это нравится, ух. Да, а да. А я нашла да, свое хорошо. Тело. А, вон тело, это ты? Это твое тело, подожди, или нет? Мое тело? Подожди, это чье? А, нет. У меня крылья Ёши. Так, нет, я имел в виду Уланы. Мое тело у меня, я в нем. А, отлично. Так, у меня больше ничего нет, только мое тело, и это все. Но у меня твоя нога есть, мне Ульяна подарила. Спасибо большое, Ульяне. А, стоп. В смысле? Да, наоборот. Ульяна подарила свою, получается, и нашла себе... Ну, было рискованно слишком меняться, мне не нравится так, а то вдруг там кто-то еще украдет. Да. Знаете, опасно. Так, подождите, я нашла свою руку! Ура! Ужас какой. Когда... А, о, где... а может быть... Что такое? Что? Ой, ладно, я подожди, здесь. Ладно. О, здравствуйте. Обе ноги! Ничего себе. Обалдеть, вот это везение. Спасибо тебе. Ёша, я бы хотела... Ну ладно. А, руку, да, конечно. А, ногу, да, конечно. Ногу, да. Я бы хотела... Вот, пожалуйста. Я погнал. Давайте. В юрте? Может, моя? Нет, не твоя, я там проверяла. Да вот я уже две ноги этого человека нашла, и ни одной Ульяниной. Это что такое? Я больше скажу. Я почти все тело видел одного человека. То есть я прям полностью ходил, смотрю, там прям вот все от этого человека. А вот где сам человек, я не знаю. Нашла свою ногу. Ура! Может быть, он в АФК где-нибудь стоит. Мне осталась всего лишь одна моя рука, вы представляете? Это все. У меня рука, две ноги. Мне все, кроме ног. Ага. А, подожди, у тебя тела нет? А нет, как это я не тело? Могу... Казалось бы, да? Крылья да. И не найти. Или... Может, о, ладно, я нашла твою руку. Правда? Ой, это Ёша. Да ладно. Да. Если что, я на горе. Заберу? На горе. Захапаю? Ну да. На горе с твоим крокодилом. О, подожди. Ульяна, это твоя, походу. Нет, опять не твоя, да что такое? А в смысле? О, вот там много... Ульян, я свою ногу вижу. О! И вот там, смотри, там много всего. Смотри, ты видишь? Да. Может, даже тут твоя. Да, это твоя, не походу. А, крыльев действительно крылья? Нет. Может, Ульян, кто-то это увел? Твоя. Да, Ульян, это твоя. Да, ну я даже не видела, чтобы на ком-то они были. Hello Kitty, какой хорошисик, смотри. Вон еще вторая рука. О, твоя рука наверху, вон там вот. А это не моя? Нет. О, моя нога, вот, смотри. Да, и твоя рука наверху. Вот. Это где же твои крылья? Почему я так хорошо вижу чужие предметы? Не знаю, я не могу найти. Они, может, реально кто-то их украл? Объемные. И что потом? Так ну, мы бы видели у кого-то. А, Ульяна! Чего? Подарок это? Тебе сюда. Крышки мои! Ура! Все, ты собралась? Нет, да. Ой, Лана, а где Ланина рука? Ланина рука. В смысле Ланина рука? Подожди. Вот она валяется тут. Кто-то ее бросил. Я ее поменяла. Капец, я забыла, Ульяна. Что я забыла. Извини, пожалуйста, Лана. Ульяна. Я не хотела. Что в пещере с пауком оставила. Извини, пожалуйста. Я не думала о том, что я это сделаю, когда увидела свою собственную руку. Я так обрадовалась, что даже забылась. Абсолютно. А где Ёшина нога? А я ж уже нашла.
Её одну ты не нашел? Нашел. Одну только. Серьезно, там точно не было второй? Да, там точно не было. Я не знаю, где еще одна. А на пляже? На пляже. Можно смотреть на крышках. Не видел, там не было. Это же твоя нога, нет? Это моя? Не знаю. Не, не твоя. Да она черненькая просто, черные джинсы. Я думала, ну у тебя в клеточку, конечно, но... Может, кто-то увел? Да! Может, мою ножку увели. Что? Он забрал, человек, вот он. Отдай ногу! Отдай ногу! В смысле, где человек? О, отдал! Он отдал! Он на пляже возле огня. Я взяла твою ногу. А твою? Да не надо, Ульяна. Ульян, так твоя же нога. Оставь, я иду. Оставь. Ульян, нормально, все, давай, ушел. Выбрасывай. Ушел, все, ладно, хорошо. Все. Фух, вы что хотите сказать, мы собрали все свои конечности? Похоже, да. Да. Обалдеть. Вау, ура, вот это мы хороши, слушайте. На общем сервере, между прочим. На общем сервере, ура. Ну, кстати, пока что не так уж и жестко. Вот, да, а я удивлен, вот, я да. удивлен. Ну, я думал, что будет все сложнее, и типа никто не будет отдавать наши конечности. Ну, на этот что, идем, случай, ребят? Да, конечно. Погнали. На этот случай в магазине есть удар, можно ударить и украсть части тела. Блин. О. Вот туда, прямо. Лана, это что? Лана, да. Вот тут твое. Твое тело. Я Ульянину руку на всякий случай взяла. Я твое спасибо. Тело взял. Мне так нравится наша командная работа, знаете, вообще превосходно. Ой, Ёша, еще твою руку нога. Вижу. Нога так, Ульяны. Эй, не трогай. Блин, только у вас ногу. Одна, и та и правая, и левая. Ребята, идите. А, я попробую отпинать Ёшину руку. Так можно? Да. Забрали твое туловище. Нет. Мое? А, дай мое вот. Туловище! Мое туловище! И мы оба... А, ну да. Ну, Ёша, я футболю ну, вот твою и мы руку. Наткнулись на проблемку. Проблемка-то появилась. Отдай. Надо от нее избавляться. Вы посмотрите, уходит с моими-то крыльями. Вы посмотрите, каков наглец. Ой, спасибо. Развалился. Ёши, вот иди сюда. Да. Я руку а тебе где, футболю, куда? Да вот. А, о, прикол. Ой. Ничего себе. Ого. Вот это твоя. Спасибо. На, давай тогда это подарок тебе вот. Спасибо. А Ульяне ногу отдашь? О, Ульяне отдам ногу, конечно. О, нога моя. О, Ульян, у меня еще рука. Моя рука, да я уже почти собралась. Вы посмотрите, одну руку осталось. А это что? Как-то мы быстро слишком у Ульяне все собрали. Моя нога! Моя нога! Это Ёшина нога, Ёши! Где, куда смотреть? Кто-то хотел забрать твою ногу. Нет, не отдам. И мою не отдам. Вот возле мостика. Нет, не трогай мою ногу! Возле мостика. А, возле мостика, вижу все. Тут еще лягушачья голова в виде человека. Да. Человек в виде лягушачьей головы тогда уже, наверное. Ну да, это моя нога. Так, отдавай. Мне кажется, тут самое интересное это пакостить, чтобы за тобой бегали и кричали, отдай мою руку. Моя нога. А вот рука твоя, Ульяна. Кстати, да. О, моя рука. Удачно я зашла за ногой. Как так-то быстро? Лана! Рука. Что? Мне две надо руки. Возле одну мостика могу тоже. Подарить. А где так, ты? А там что? Это не наше. Я тут ходила, ладно. Смотрела, но что-то... О, что-то вижу где-то, так секунду. Заберусь-ка я наверх. А давай, а я на гору пойду. А зачем мне забираться? Я же уже собрана. Ты уже все, разбирайся. Я пойду назад, разберусь, обратно разбирайся. Да. Блин, о, у кого-то рука себе. Выглядит, как у меня. Вот что это за издевательство? Я тоже путаю. Там у кого-то просто такие белые рукава. Да, тоже без плечика. Да, да, у меня они радужные. Я постоянно присматриваюсь, там есть радуга на рукавах или нет. Ага. Так, Ёша, я, кажется, твою руку вижу. О, это здорово. Махнемся? Она фиолетовая, примечательная. Конечно, махнемся. Что ты дашь за это? О, Ульян, а ты ног, ты уже разобралась? Твоя нога да. Во льдах, там, где только начинаются льды, в общем, с правой стороны. Это, ага, иду, бегу. О, Ульян, твоя рука тут. А это моя рука? Не моя рука. Твоя рука, короче, а знаешь, где она? Так. Она около розовой этой зоны. Там есть ступенечки такие коричневые, я вот прыгаю. Вот тут, смотри, ты видишь? Нет, мне нужно найти ногу. Я поняла, где ты имеешь в виду. А, еще я нашла ногу, я иду. Прыгаюся. А я иду к тебе с твоей рукой. Я прыгаюся. Ого. А, слушай, а рука это последнее, что мне осталось, да? Кстати. Ой. Да, слушай, давай. А мои вот руки. Все, где? Отдал. А вот это не моя да рука. Вот твоя. А вот Ульянина рука, нет, слышишь? Это Ульянина. Я ж сказал об этом. Я заберу ее, я Ульянина. Да я сказал же об этом. Возле розовенькой ты сказал, а я тебя не вижу. Вот. Вижу. Ты видишь меня?
Тебя вижу, ты вот наверху. Да-да-да. Сказал бы на горе. Так я тебе сейчас отдам. Вот пока. Вот, это тебе. А у тебя есть твоя рука? Нет, одной нету еще. Только одна. Не хватает. Ладно. О, похоже, я нашла, Ульян. А поднимайся. Нет, не надо тебе наверх. Только мне надо, по-моему. Просто показала. Так, я сбросил это снова. Не моя. А тут твое тело. Ну, потому что только что сбросил. А, давай я могу забрать. Ну, твое тело вот там наверху, да. А, Ульян, а, у тебя твоего нету еще, да? Да. Кстати, а мне идет эта красивая розовенькая бензопила, посмотрите. Так, о, я твою руку нашел, походу, бензопила. Мою? Ну, нет, походу, не твою, а Ульянина. Да, Ульянина. Капец. А как хорошо, же моя рука? Согласна, хотя не очень хочется. Может быть, торс на торс? Что? Поменяем. Ты найди мои крылья, а я верну твою бензопилу. Ах ты хитрюжная. Ну я же не могу подоставать других игроков. Ну, действительно, блин. Вообще-то можешь так-то. Вообще-то можешь. Не могу, но тогда они будут в отместку мне тоже доставать. А я с ними договориться не смогу. Вдруг я им отдам свою часть тела, а они нет. Ага, ну да. Действительно. Ёж, у тебя рука на пляже валяется. О, хорошо. Там башня из рук. Ты одной рукой уже в отпуске. Это хорошо. Это прям хорошо. Так, ну я надеюсь, что вот это хотя бы моя рука. Нет, она какая-то сильно загорелая. Да что это такое? Ну почему все носят белую одежду? Ой, ешь, твоя нога в палатке цирковой. Да ты что? Так, сейчас. А что я должна... А, ешь, а где ты? Я же тебе туловище отдать должна. А я в центре. В центре как? О, крылья! О, иди во льда. Да, кстати, во льдах, ешь, твоя рука валяется. Что-то у тебя много рук, я, по-моему, 3 штуки нашла, нет? Интересно. Это многовато. И нога твоя тоже во льдах. А тут кто-то вообще не собирается. Я пятый раз прохожу мимо ноги девочки вот там в пещере. Я на пляже тоже видела что-то такое, вот будто бы так и стоял и лежал эта часть тела очень долго. Вот, ешь, налево. Ага, вижу. Вот. И вот, еще вон там вот твоя нога, это же нога? А вот рука. Левая рука. Вот нога правая. Ульян, забери, вот, возьми, забери. Возьми, Ульян. А, ой, это моя, ой. Иду. А так. Ты опять побеждаешь? А вот еще рука твоя, Ёша. Чего, так я вот. Тоже, все. Вот она здесь. Я снова тоже, слушайте, смотрите, мы научились побеждаю. Играть. А я, моя рука, кто угнал мою руку? О! Кто-то угнал. Что? Что? Что она написала? Я не увидела. Я тоже не заметила. Она меня за электрошокила. Что? А меня-то вот зачем? Да, зачем надо? Уходим отсюда. Уходим от нее срочно. О! Голова агрессивная, посмотрите. Вообще. Она прям идет за мной, она идет. Ужас. Боже мой, она идет за мной. Она говорит, кому нужна помощь, если кто-то украл ваши части тела. А, обалдеть. А что, в смысле, так у нас... Так, а что это она с шокером тогда? Мне руки не хватает. Сейчас найдем, вот ладно, я сейчас найдем. Обнулился и иду, так сказать, искать. Ну почему я опять нашла твое тело? Он тут под елкой у пикника. По елке? А это не твоя нога? Нет, не кажется, вижу. Не твоя. Нет, не твоя, нет полосочек. Нет, кажется, не твоя. Да хватит, что ж такое? Да ты смешно приближаешься к микрофону, я виноват, что ли? Мне же нужно увидеть, что там. Твоя нога нашла в скале. А я, похоже, нашел. Кошка Лана, правая рука. Да, где? Вот, забрал. А где? Ой, отдай, пожалуйста. Я у мостиков. Я вижу тебя, назад, назад. Ну, ешь, это в другую сторону, ты чего? Извини, я просто свою руку увидел, не смог удержаться. На, вот тебе и на, покушай. Спасибо, все, я иду разбираться. Ёжа, твое тело у пикника, я уже рассказывала. Да-да, спасибо большое. Твоя нога у меня правая. Ульян, твое тело тоже у пикника. О, да? Прикольно. А пикник где? Да вот. А, все вспомнила, там же, да. Ульян, девочка забрала твое тело! Ёжа, стой, остановись, вот же твоя нога. Сейчас, подожди, тут твоя рука, походу. Вот, смотри. Ёж, твое тело тоже сперли, кстати, если что. Нет, что? Его там больше не лежит. О, нет. Ну ничего, мы сейчас обратимся к этой девочке. Она отдаст нам. Поможет. Она катается на качели, если что. Все, а, голова, хорошо. Да? Ну, голова, но у нее Ульянина тело. А, это которая... О, у нее? О, ладно, на качели, вон, с крыльями. Ульян, все, можешь отдать, иди забирай вот там тело. Вон она, вон она, крылатая, вон она, забирай. Иду, я иду, иду, иду. Так, а ну-ка, стой. А я... Остановись. Так, знаешь что? Девочка, ты куда? Ты куда? О, не смей! У тебя же нет такой возможности, нет? Все, спасибо, ладно. Ну куда она еще и телепортируется? Отдай мне мою голову. Отдай мне. Фу. Голову. Крылья! Знаешь, крылья! Мне кажется, я могу кое-что тебе подарить.
Это называется удар, чтобы стукнуть и украсть свою часть тела. Воу, как это? Давай, 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 быстрее, только быстрее, лупи ее, лупи. Я не могу. Что? Ах ты. Вот она, выходит, выходит. Ну, посмотрите, она драйвит. Играет с тобой. Она специально это делает. Посмотрите на нее. Ну иди сюда, я тебе сейчас за крыло стукну. Схвачу, и все. Знаешь, Ульян, а может тебе стоит вступить в группу быстренько? Может, чтобы там ее догнать, а? О боже. Что это вырывается из меня? Реально, что-то сидит в тебе, Ульян, ну его нафиг. Так, а где эта группа? Так, честно, найти. Ой, Ульян, я твою руку нашел левую, кстати. Она не вышла? Вы за ней сидели? Ну, вроде она там, я вижу твои крылья. Она идет сюда, идет, наружу. Свежу. Но теперь не идет. И вроде лайк тоже надо игре поставить. Угу. Как и видео, ребят, внезапно. Внезапное напоминание. Да-да. Внезапное дружеское напоминание. Совет от Соника. Можете поставить лайк видео. Ульяна, она выходит в другую сторону. Она вышла в другую сторону. Вот она, лови ее. Я вижу ее, ребят. Я слежу за ней. Она идет около рыцаря. Вот она. Вот я с твоей рукой, если что. Вот она. Ты ударил ее? Ну-ка. Забирай. Я пытаюсь, не получается. Как это? А как? Куда нажать? Не знаю. Как нажать? Что сделать? Я не поняла. Написано «Удари, укради части тела». А как? Она, возможно, просто спряталась. Все, она уходит обратно. Ах ты, вонючка. Ульян, смотри, я вот тут это, если что. Пока не могу. Ха, могу! Ну, иди сюда. Ты думаешь, я тебя в пустыне не найду? Ты. Крылатая. Ну и где она? Действительно не найду. Действительно не найдешь? Песчаная буря. Я не понимаю, где она. В этом, если что, ее вдруг найдете, вы мне скажите. Да, ну, мы будем кричать. Да, ну а что, она же не отдаёт. Ой, я нашла тебя! Опять. Так, я молчу. Я, похоже, вижу свою бензопилу, или мне кажется. Нет, мне показалось. Вижу. Девочка украла твою бензопилу! Я вижу твою ногу, Лан. Да тут девочка по центру с твоей бензопилой. Твоя нога в иглу. Ага, спасибо. Смотрите, каков. Спасибо большое. Все, пока. Что, ты побила ее? Ульян, твоя не, рука... Не, она отдала мальчику, а мальчик сначала забрал, а потом убрал. Ну, в общем, да, отдал. Понятно. Снял. Так, Ульян, ты поняла, где твоя это... Я, конечно, все прослушала, рука. Я была так занята, я была в... Около погоне. Этой клоунской штучки, там где-то на крышах. Ага, иду, бегу. Или внутри клоунской, не помню, где-то там. Ну, ща определим. Лана, а как ты добыла мне этот удар? А он постоянный? Ну да, у меня еще есть он. А, отлично, замечательно. Большое. Поддонатила, получается. Да. Че молчишь ты? Видимо, да. Тут можно украсть, Ульян, ты когда бьешь, ты можешь забрать. А мне почему-то не получалось. Там надо выбрать часть тела, надо было нажать на нубики, подойти вблизи и нажать на нубики, что ты хочешь набрать. А, на свой нубик, в смысле? Нет, ну там у нее маленький нубик высвечивается. Ешь, я украла для тебя тело. Он был скрыт, за столиком и за листьями. Я видела там что-то, но я не могла нажать. Сейчас, секундочку, держи. Ой, спасибо, я все, смотрю. Ульян, у меня твоя рука есть одна. А я, кстати, не нашла. Что ты там говорил возле цирка? Я ничего не нашла. А, видимо, Лана украла. Я украла, там девочка одна все воровала, я тебе сейчас руку отдам, Ульян. Ой, спасибо большое. Может, не будем уже разбираться, а то уже не хочется. Уже, ну, уже как-то да. Целым. Да мне бы, у меня да, еще мне много найти. Осталось. Вот это не твоя нога у девочки, нет? Моя, кстати, разве нет? Не похоже. Похоже на мою. Похоже, но вроде не твоя. Это опять та девочка, которая крылья у меня украла. Да, ну давай мы ее побьем. Я вижу тело Ланы. О, оно у кого-то? Юникорн. Вот она. Вот я бегу за ней. Нет, стой. Сейчас я ее стукну. Ворота. Сейчас я стукну. Там где ворота. Я поняла, как надо делать. Стой. И она сейчас опять уходит. Она опять уходит. Отдай мне мою ногу. Время восстановления 5 секунд. Ой. Сейчас я ее стукну. Давай, стукай. Она опа. В группе, там в группе. Видел, вы имеете другую в виду. Ладно. Да, видел, красиво получилось. Угу. Капец. Ульян, тут воровство хорошее как это произошло. Она убежала. Так, кстати. Оп, мое. Ха! Пока. Все, отжала? Да. Крутышка. Так, осталось что найти, ребят, для полного счастья? Мою руку. Не мою, левую ногу. Ага, все, уловил, понял. Подождите, она может быть здесь. Она что-то пишет мне.
Я ухожу, она меня может стукнуть и забрать мою ногу. Ой, ладно, твоя рука! Где? Нет, она забрала ее! Да ничего, ничего, мы уже знаем, как с такими бороться. Так, если она зайдет туда, я не могу туда зайти. Вот она, вот, вот она. Она? Да. Сейчас я ее стукну, я ее сейчас стукну, сейчас она у меня получит. На! Нет? В смысле, я промахнулась? Руку отдай. Я не могу. А, в смысле, я стукнула, но не получилось. Я наступаю ей на ухо. Ой, остановила ее. О, левая нога Ульяны. Отлично. О, моя рука, она отдала ее, ладно. Все. А. Ульян, я во льдах. Ульян, это это и нога во льдах, да? Ульян, пойдем заберем твою ногу, и это все. Я пинаю твою ногу. Зачем? Чтобы ты ближе была вот к ней. Вот она, вот. Ура! Ура! Нас вышла. Превосходно, посмотрите. Мы все, мы готовы. Мы собрались. Красота. Да. Я думаю, на этом будем заканчивать. Такая прекрасная нота. В общем, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.